Родился Виктор 27 июля 1995 года в городе Челябинск, в достаточно спортивной семье. И отец, и мать диагонального занимались в основном легкой атлетикой. От них, видимо, Виктор и унаследовал свой прыжок. Так что, отвечая на очень частый вопрос, да, прыжок у Полетаева от природы. И многим неодаренным атлетам, даже после многолетних усердных тренировок, не факт, что получится добиться схожего с Виктором результата. Но не будем о грустном, а вернемся таки к биографии. Если вспоминать волейболисток, то достаточно много было уроженок Челябинска. Чего только стоит одна Екатерина Гамова. А из волейболистов... ну не знаю, разве что Вадим Хомутских.